На одной из центральных улиц города нельзя пройти и метра, чтобы не наткнуться на какую-нибудь пестрящую заплатку, расхваливающую чьи-то товары или услуги. Засилье рекламных объявлений, которые украшают стены домов, остановки общественного транспорта, фонарные столбы, стволы деревьев, трансформаторные будки и другие совершенно не предназначенные для этих целей поверхности. При этом, как отмечают горожане, очень редко кто-то из них подходит и читает такую рекламу, предпочитая газеты бесплатных объявлений или соответствующие интернет-сайты. Несанкционированные расклейка и развешивание объявлений и афиш расценивается как нарушение правил благоустройства и регулируется муниципальными нормативными правовыми актами. Однако уследить за всеми листовками, которые ежедневно появляются в самых неожиданных местах города, а тем более поймать за руку расклейщика, невозможно.